А если хочешь, чтобы читеры исчезли, то подпишись и поставь лайк. Всем привет, это Михаил, и сегодня вышла долгожданная обнова 4.2.0 в Чикинганне. Я сейчас реально не шучу, а перед тем, как я вам буду показывать, как я обновляю Чикинган, подпишись и поставь лайк за мои старания. Все, не буду больше медлить, приступаем к ролику. И вот, реально, я сейчас обновляю Чикинган к новой версии 4.2.0 в Чикинганне. И давайте, через 10 секунд я вам покажу, что именно добавили в этой версии. Подпишись, поставь лайк и погнали! Если что, я видео ускорил 10 раз. Итак, все, мы заходим в Чикинган. И давайте посмотрим, изменили... И нет, не изменили, все-таки осталось 4.1.0 в Чикингане. Почему-то не изменили версии в самой игре. Но давайте же зайдем на какую-нибудь карту и посмотрим, изменили ли в самом Чикингане. Давайте заходим. И давайте, на счет 3 я зайду в предметы, и мы посмотрим, изменили что-то в новой обнове 4.2.0 в Чикингане. И... Нет, ничего не поменялось. Давайте зайдем в следующие предметы. Здесь тоже ничего не поменялось. Давайте зайдем в следующие. И здесь тоже ничего не поменялось. Очень жалко, что разработчик ничего не изменил. И на счет 3 я захожу в эмоции. 1, 2, 3. И нет, здесь тоже ничего не поменялось. Оказывается, я понял. Оказывается, изменили режим дуэли. И теперь при смерти вылазит примерно вот такая вот менюшка. Давайте зайдем в дуэли. Вот как раз на такую вот карту. И давайте сейчас специально умрем. Вот давайте. И теперь при смерти вылазит вот такая вот менюшка. Ну вот, подошло наше видео к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Хелпонатичка. Всем спасибо, всем пока.